Бюджет Алматы на следующий год утвержден в размере почти 415,5 миллиардов тенге. С учетом целевых трансфертов из республиканского бюджета, реально располагаемый бюджет мегаполиса сформирован в сумме 331 миллиарда 725 миллионов тенге. Глава города Ахметжан Исимов подчеркнул, что несмотря на общемировую тенденцию ухудшения экономической ситуации, Алматы демонстрирует стабильный рост по всем показателям. Оптимизация расходов не приведет к секвестированию социальных программ, подчеркнул Аким. Вместе с этим градоначальник поставил задачу эффективного взаимодействия с госорганами в рамках курса «Нурлы-жол». Несмотря на разные проблемы, которые возникали в экономике, город все свои, прежде всего, макроэкономические показатели выполняет. Уровень инфляции будет менее 7%, а предел был 6-8%. Сегодня по 11 месяцам у нас уровень инфляции на 0,6% меньше, чем по республике.